К ситуации на Корейском полуострове сейчас приковано пристальное внимание во всем мире. Рано утром по местному времени КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Как сообщает южнокорейское агентство Ренхау, со ссылкой на Минобороны страны, ракеты пролетели около 500 километров и упали в районе порта Вонсан, где базируется ВМС Северной Кореи. Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР подобную деятельность, однако за последние 10 дней это уже второе подобное нарушение. Буквально накануне пхеньяне заявили, что смогли уменьшить габариты ядерных боеголовок, ими теперь можно оснащать баллистические ракеты. Соседняя Япония созывает экстренное заседание своего Совбеза. Ранее в нашем МИДе обстановку в регионе назвали тревожной. На границах КНДР уже несколько дней фактически в полной боевой готовности находится 300-тысячный контингент Южной Кореи и США. Войска проводят совместные учения.